«Студент года» для Пушкинского университета – конкурс, который на протяжении многих лет объединяет на одной площадке лучших молодежных лидеров со всего вуза. У каждого из них свои цели, свои мечты и ожидания от этого испытания. Творческо-интеллектуальный конкурс – это очередная ступенька, пройденная для того, чтобы показать себя, раскрыть способности и таланты, научиться держаться на сцене и не бояться публики. Конкурс «Поверь в себя» – название «Студент года» – это традиционный конкурс в нашем университете, и он проходит уже 20-й раз. Это юбилейный конкурс сегодня. Конечно, наши студенты нашего университета, они все замечательные и умные, и талантливые, но сегодня, конечно, факультеты представляют лучшие из лучших. Проявить интеллектуальные способности, показать свои таланты и умение ориентироваться в различных ситуациях продемонстрировали конкурсанты. Они презентовали проекты, создавали социальную рекламу, пели, танцевали, показывали химические опыты. Конкурс стал настоящим праздником, многоплановым и интересным. Благодаря такой талантливой молодежи, которая не столько соревновалась, сколько поддерживала друг друга и помогала. Нужно было все репетировать, собираться со всеми, искать людей. Но это, естественно, так классно, как по моему мнению, потому что это такой новый этап для меня, как такой конкурс важный. Жюри пришлось действительно непросто. Каждый из ребят имел шанс стать победителем, но все-таки конкурс есть конкурс. Звание «Студент года» получил представитель исторического факультета Владислав Макаревич. Именно он представит Пушкинский вуз на областном этапе. Проигравших в этом конкурсе нет, потому что за время подготовки к конкурсу задания совершенно разные, социальные ролики они готовили, интеллектуальный конкурс был, и домашнее задание у них представить свою специальность в форме песни совместно с преподавателями. Они, конечно, сдружились все. И на самом деле вот именно их активность, их такая жизненная позиция идти вперед, быть друг другу помощником и товарищем в любом деле, это очень-очень важно. Ну и, конечно, это будущие профессионалы своего дела, будущие специалисты. Они должны быть сегодня конкурентоспособными. Ну, такие конкурсы помогают достигать и этой цели. Анастасия Ноздрин, Платинская, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.